Героями праздника стали воспитанники социального приюта и коррекционной школы-интерната для детей-сирот поселка Эмаус. Из названий понятно, что эти дети особенные. Боулинг-клуб «Шарпей» пригласил ребят поиграть в боулинг и повеселиться. Мы понимаем, что порой важнее детям не получить там оборудование, лекарства, книги, игрушки и так далее, а больше получить социальные коммуникативные навыки, да? Вот так поиграть в боулинг в компании, пообщаться, а потом рассказать друзьям: я тоже там был, я тоже это знаю, я тоже это видел. И это тоже здорово, это, ну, такое воспитание социальной коммуникативной культуры. Детский праздник посетил уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Бабичев. Он высоко оценил социальный проект «Доброго начала». Понятно, что детский дом им не может предоставить именно те вещи, которые в обычных семьях дети могут иметь каждый день или каждую неделю. Очень важно, чтобы вот эти детишки адаптировались в социальную среду. И когда они общаются со сверстниками, для них очень важно, если тот сверстник, который живет в обычной семье, побывал в боулинге, а он начнет ему говорить, что вот я там-то был, а он не был, он чувствует себя несколько ущемленным. После посещения вот боулинга, я думаю, они станут чувствовать себя менее ущемленными. Дети уверенно чувствуют себя на дорожках, почти как профи выбивают кегли. По восхищенным глазам видно, что им нравится этот праздник. Им весело. А это и было главной целью фонда – дать детям радость. Мне очень нравится, тут весело. Ну, я пока еще не побеждаю, но стараюсь. Прикольно в боулинг играть, на самом деле. Сначала подумали, неинтересно, но на самом деле это нормально, вот. Прикольно, очень увлекательно. Сначала боялась, а сейчас так хорошо, классно. Ну, прикольно вообще. Соревнуемся. Счастливых, вдоволь наигравшихся ребят ждал приятный сюрприз – вкусный обед. Пообедав и восстановив силы, дети продолжили соревноваться на боулинг-дорожках. Этот день останется в их памяти надолго.